with you? Я к вам пришел, лист чистый. Я сейчас еду. Кажется, понедельник, если я сейчас. Я вот сейчас постирал, должен уже через минут 30 выезжать. Понедельник. Какой понедельник? Как какой? На экспертизу. Мы в понедельник забираем. Почему на экспертизу? Потому что они будут сейчас светиться как машины. Ну, вот, посмотрите. А что смотрите? Я знаю, что стиранные деньги, они светятся будут. Ну, посмотрите, посмотрите. Минимум
значит, будем решать... И сколько стоит экспертиза? Потому что я буду только такие вещи решать, конечно, через суд. Возмещать, потому что нигде нету информации, что нужна, требуется какая-то экспертиза. У вас вполне достаточно данных, чтобы определить, что это не фальшивые. И нигде нету инструкции, что если светится, то нужно подавать в экспертизу. Вот ксерокс взять моего
То есть меня очень просто найти. Я клиент банка, очень давний. У меня паспорт, у меня все документы, подтверждающие мою личность. Но я из своего кармана не буду... А что значит из своего кармана? Вы сейчас... Потому что если они фальшивые, и что-то не понравится главному офису, я там... Нет, подождите, тут серьезный вопрос. Подождите. Вы сказали, что ничего не будет, а мне уже не понятно. Вы что, вы понимаете, мои зарплаты? Все правильно. Вот правильно, запишите. Это вообще предмет обычного... Значит, у меня к вам большая претензия. Она будет оформлена официально, жалобой. Пожалуйста, я еще раз настаиваю, чтобы ваш руководитель, который исполняет обязанности, сейчас удовлетворил мою просьбу. Законную просьбу. И ваш руководитель, не вы, а ваш руководитель взял ответственность на себя. Принял обычные меры в соответствии с гражданским законодательством, зафиксировал... Гражданское законодательство... Да, хорошо знаю. ...не нуждается кого-то на себя брать ответственность. Они действуют в согласии с алгоритмом. Вы сейчас занимаетесь просто давлением на человека. Это не 9 тысяч, это 9 тысяч. Да, правильно. Я знаю это. Да. Так, ладно, дайте мне телефон, кто работает сейчас... Вышестоящая организация ваша. Воскресенье сегодня, вы понимаете? Кто сейчас работает? Вы задерживаете всех. Очень хорошо. Это не очень хорошо. Вы просто неадекватный человек. Это вы неадекватный. Очень нервный. Вы апеллируете какими-то фактами непонятными, гражданским законодательством, да. Которые вы просто... Свободны. Вот там вот. Вам освободили. Вы... Мне, я вот, сейчас, так, кто сейчас работает? Вышестоящая организация. А вы работаете? Я не поеду в филиал, я тут живу. Пожалуйста, сейчас, либо, хорошо, давайте письменный отказ. Пожалуйста, письменный отказ. Нет, письменный отказ принять деньги сейчас. Хорошо, дайте мне, пожалуйста, лист бумаги, я напишу заявление, чтобы вы сейчас приняли. А вы поставите свою резолюцию.
номер Сбербанка ваш какой, простите? Скажите, пожалуйста. 006. 006, да? Да, наложить резолюцию, отказываю там или еще что-то. Можете мне здесь написать, и я тогда сейчас сразу напишу официальную претензию. Ваше заявление мы сегодня отправим. И уже вам Сбербанк ответит. Вот так вот. Да. Хорошо. Ладно. Когда ответят? Сегодня? На сегодня они ответят. Завтра. Да нет.